Российское правительство не планирует запрещать криптовалюты и будет регулировать их вращение в стране. По информации РИА Новости, об этом заявил министр открытого правительства РФ Михаил Абызов. Чиновник отметил, что дискуссии по этому поводу идут на всех уровнях власти, поскольку фактор криптовалют невозможно игнорировать и запрещать. Министр уверен в скором решении этого вопроса, поскольку, по его словам, власти осознают необходимость признания криптовалют финансовым инструментом и осторожного их регулирования. Абызов подчеркнул высокий потенциал российской технологической базы в этом направлении и отметил, что правительство понимает необходимость поддержки развития подобных технологий.